На самом деле, мы у Лисовки, как всегда, опаздываем, потому что время 6:57, и чтобы накраситься, нужно 13 минут, потому что в 7:10 я должна быть уже внизу обедать, кушать, завтракать. Просто с утра, видимо, мозг не соображает, видите, это новый факт обо мне. Все, поехали, хватит болтать. Кому вообще повезет, ты знаешь? Все спят, Саш. На оленях поедем. Чего ты сказал? Класс, спасибо. Я буду веселиться, если вы что-то не могу. Я просто буду тебя запихивать. Я не знаю, я очень смешно. Егор, запомнить. Задолбавшись в лицо. Это 25 декабря. Сидит, не понимает тригонометрии. Так, понятно. Софа. Доброе утро. Ярослав. Ну, Ярослав. Понимаете, я не знаю почему, но сегодня я очень хочу спать. Очень, я спала 5 часов, и для меня это мало на самом деле. Для всех это мало. Еще я не понимаю геометрию, а мне завтра нужно взять проверочную, последнюю, на 5. Чтобы у меня вышло 5. Если у меня будет 4, то у меня будет 4 в семестре. Не будет красного диплома. Поэтому от завтрашнего дня зависит моя судьба. Я не понимаю эту тему. Перпендикулярность прямой и плоскости. Я сейчас буду врываться. Вот. Хочу спать. Артём. Информация может быть много, особенно ты понимаешь. Но ты ее не понимаешь, как я поняла, да? Я все понимаю. Но кроме этих задач. Учитель по физике прошла. Что такие скучные? Что такое-то? Ну веселые должны быть, типа Новый год, йоу, все дела. О, на коленях. Через пару дней, когда учеба закончится, я засплю. Я имею право, все равно я завтра по саду не учусь. Ты прорекламируешь мой инстаграм. Just, нижний подчеркивание, Егор Р. Все, ты это обязан вставить, пожалуйста. То, что нормально получилось, да. Да, нормально, очень нормально. Давай, Валь, повтори, что ты сказал. Понятно.
Я успела это сделать. Привет, я снимаю влог, сделай мне влог. У меня одноклассники очень плохие, очень скучные. Мы веселые. Мы идем в клуб-зал. Мы вообще тут видео снимаем, Ульянцев, а ты нам мешаешь? У нас тут скетч. Так, мы попали под забаву. Однозначно, Ульянцев? Там как-то, например, четвертый. Сань, что нельзя делать? Давай. Смотри, ты была в знании, правильно? Тебе предлагать. Так. Сергеева. Она в «Королеве болот», не переживайте. Это вообще наша трансляция, понятно? Это наша трансляция, понятно? Дала, можно? Нет. Ну, значит, что у нас получается? А, правильный ответ. Спасибо. Ну, это понятно, что А. Ужасно. Ехать в Москву 4 часа. Понимаете, что мы очень сильно опаздываем. Даже если я вот сейчас иду, потому что время уже пол второго, и дом будет только 2:15. Короче, мы, скорее всего, опоздаем. Собрались за 10 минут, наверное, просто переоделась быстренько. Вот, а сейчас поедем уже, потому что мы опаздываем, так как нам ехать долго из-за 10-бальной шкалы пробок в Москве. Потому что новогодние праздники, господи, Новый год, я счастлива просто. Ладно, поехали вместе со мной, через несколько секунд мы окажемся на шоу «Уральские пельмени». Все, мы заходим в здание, очень холодно, а еще я пишу. Пришли в туалет. У меня, кажется, поднимается новогоднее настроение 25 декабря, наконец-то. Ну что, в общем, мы приехали на уральские пельмени. Угадайте, где мы сидим. Смотрите, просто метр до сцены. Я просто могу вот так сделать. Привет! И, кстати, капец, какой маленький зал. И сейчас все люди смотрят на меня, я просто в центре внимания. Так, все, надо уходить отсюда. Большинство забыло? Да, весело получается. Приходкин. Приходкин. Дмитрий Владиславович Приходкин. Что, понимаешь? Нечего сказать, говорить. Зато добрый, дедушка Мороз.